Когда я сдавала ЕГЭ по английскому, у меня было ощущение, что само задание записывается вот по дороге в ресторан, идеальная тишина, потому что звучит как это. Вы услышите диалог, определите, какие из приведенных утверждений и так далее и тому подобное. А вот само аудирование уже начинается в ресторане, когда люди жуют, на фоне там кухня, вакханалия гремит что-то, падает, выглядит как-то так. One bottle of water, another one. I feel so much better now.